тестостерона отвечает за либидо, энергию, иммунитет, легкость потери жира, а также за строительство мышечной массы. Однако по различным причинам этот высокий уровень у спортсмена может снизиться. Именно в таких ситуациях, да и просто для увеличения мышечной массы, принимается тестоджен. Тестоджен – это высокоэффективный проанаболический препарат, действие которого изучено и доказано с точки зрения науки. Это революционный продукт для увеличения уровня тестостерона. Препарат натуральный, однако не уступает стероидным анаболикам. Состав Testogen Jet богат различными макро- и микроэлементами, действие которых носит комплексный характер. Важнейшими компонентами являются витамин Е, нормализующий работу половых желез и процессы усвоения белков и углеводов, цинк, который входит в состав многих анаболических гормонов, хром, также обладающий сильным анаболическим эффектом сам по себе. Помимо этого в Testogen входит витамин В6, который необходим для транспортировки белков, повышения работоспособности и выносливости, магний, который участвует в синтезе белков и росте мышечной ткани, селен, защищающий белки от повреждения свободными радикалами и многие другие. Тестоджен – это один из сильнейших природных анаболических гормонов, который необходим для роста сухой мышечной массы. А спортсмен с высоким уровнем тестостерона может заниматься чаще, интенсивнее, а главное – результативнее, и еще при этом успевать радовать свою вторую половину. Принимать тестоджен следует по 2-3 таблетки за завтраком и обедом. Затем сделать после 6 недель перерыв на месяц и вновь повторить курс. Вся продукция JET сертифицирована на территории Российской Федерации. Данный видеоролик снят при поддержке эксклюзивного дистрибьютора компании JET. ER Sport является официальным партнером компании JET.